Это о том, как правильно выбранная технология позволяет не только увеличить скорость обработки, но и сама выбранная геометрия, которая идет вместе с технологией, позволяет после окрашивания получать изделия, которые выглядят фабрично. Просто сама единица, именно доска, она уже сама по себе имеет такой вид, что изделие, в котором она будет находиться, уже и имеет меньший смысл, нежели сама доска. Изделие должно быть, понятно, там эргономика, размеры определенные, но уже и сама доска, сама единица, сами эти детали, как вообще ложится покрытие, уже дает основной эффект. Опять же, вот этот пропил, он не важен, с какой стороны стоит. Это лишь от того, чтобы как бы не раскалывал, небольшое напряжение снять, чтобы можно было потом скручивать щиты в модуле доски. Если прям чисто делать компенсации, их намного больше. Но это просто, чтобы раскола не было общего.